Всем привет! С вами Урал Турист. Урала Туриста. Бардачечи теперь стоят. И защита. Ну и этот самый багажник теперь не откроется. У него тут специальная такая ляля от открывания. И вот вопрос, сколько жрет, сколько прет. Вот. Как говорится, слышали фразу такую: съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть. Ну и вот в нашем случае мы сейчас посмотрим, сможет ли он вообще есть. То есть, запустится ли он или нет. Сейчас мы ему сначала с ложечки, прям так сказать, чтобы аппетит появился. И потом, если будет есть, то будем давать. Поедем на заправку и дадим ему, так сказать. Так, включаем зажигание. Ух, не успел, не успел. Вот вам здрасте. А, отключился. Отключился замок. Так, это Урал Турист. Такого года. 93-го. 803-40. 93-й год. Ладно, потихонечку поедем, прогреем его, как бы, по дороге. Не, не надо писать, что зарядки нет, все тут есть. А, подожди, тут какая-то пидорача не так включена. На всю грандиозность мотоцикла, кажущуюся его величину, ну, сидишь за ним, за рулем, на нем, за рулем, за ним, за этим рулем, вообще, как будто вот вообще, ну, минский больше, кажется. Вот так вот. Вот такой вот он. Ну, вот локти согнуты вообще. Если я руки вытяну, то они вон они где. Возле фар, впереди фары будут. Вторая пидорача. Мучим. Так-то мягенько идет. Ну, это ж почти как Кадиллак. Только Кадиллак-то Днепр у нас. Точно.
320 8 литров. Бак огромен, ни хера не видно даже. Кажет, на самом деле где-то около 80 херачит. Вот, до 70 стрелка не поднимается, это уже тут, ну, тут, а быстро едем. Брешет, блядь, спидометр, сучара. Так, нужно тут мне чихнуть налево. Поэтому я только сейчас хотел сказать, что по улицам я езжу очень медленно. Очень медленно. Медленнее меня никто не ездит. Ну, вернее, ездит тот, кто вообще не ездит. Да. Сука, курва, блядь. Остальные все летят, блядь, сука. Хотят задавить, блядь, сбить, убить, сука, мрази, блядь. Поднимается колясочка. Ух. Хороша машина. Ладно, все. Прокатились, хорош. Хорошего понемножку. Кстати, забыл сказать, завтра парни должны ко мне приехать на шашлык. Ну, со своим шашлыком, конечно. Все, всем спасибо, всем пока. С вами был Урал, дерево где страшное и все остальное. А, нет, еще пиво было. Холодное. Две бутылочки пива. Красота спасет мир. Ай-яй-яй, урод.